Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». На часах 12.08, это означает, что начинается вторая половина дневного разворота в Кирове. Все верно, вторая половина. Если вы едете ночью в своем автомобиле или решили нас послушать ночью и услышали, что 12.08, не верьте. Мы выходим в записи, и нас слушают, и, собственно говоря, вот то, что выкладывается в интернет. 12.08, не спешите переводить стрелки часов. Это мы в реальном времени вам сказали. Ну, вы сейчас больше опять запутаете наших слушателей. То есть ночью в записи, а сейчас это прямой эфир. А сейчас прямой эфир, да, поэтому мы избегаем, да, четкого времени, указания четкого времени. Давайте мы напоминаем, наша тема, к которой мы переходим сейчас, это наши за границей. А если сузить, как наши пьют за границей и чем это заканчивается? Неспроста у нас такой вариант есть. Вопрос. В нашей студии Ян Евгеньевич Батарев, юрист. Собственно говоря, только что закончилось, да? Только что закончился суд, мы будем об этом сейчас говорить. Как раз итоги веселья за границей наших дам. Я не стесняюсь этого слова. Хотя вот в заголовке смотрю. Кировский турист хотел получить, в общем, 500 000 рублей. Побольше. Немножко побольше, чем 500 000 рублей. Ну, за то, как вел себя и пострадал. Да, будучи за границей. В Италии. Да. Вот. Ну, написано «Кировский турист», но Ян Евгеньевич объяснил, что это такой гендерный подход. Вот. То есть гендерно не расшифровали. Но это были туристки, это были наши туристки, которые крепко отдыхали, я бы так сказала. Ну что ж, Ян Евгеньевич, мы представили наш телефон 708-502. 708-502, абсолютное количество, абсолютное множество мнений, вопросов вы можете высказывать, задавать. Ваше мнение по поводу того, как наши ведут себя, отдыхая на заграничных курортах. Мало ли сами гульнули. Гульнули, да. Да, что мало ли там, вам не давали. Что вас коробит отдыхать, там? Отдыхать, потому что рядом за стенкой наши гульнули. Вот. И свои истории, то, что видели, то, что слышали. Это очень забавно. Но, вы знаете, я честно говорю, я за границей, я могу похвастаться. За пределами Кировской области я ни разу не была ни в одном ресторане. То есть я могла зайти в ресторан пообедать, но с выпивкой никогда. Поэтому вот если взять нашу анкету, на которую вы... Допрос. Да, наш опрос, который размещен на нашем сайте. Какие опасности чаще стерегает туристов за границей, это стихийные бедствия или ДТП, отравление незнакомой пищей, несчастные случаи, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя. И туристические поездки абсолютно безопасны. Могу сказать, ребят, если вы не будете пить или так пить за границей, то я так думаю, что это будет достаточно безопасно. А еще вариант можно было включить опасность, которую представляет заграничная флора или фауна. Потому что, помните, вот ужасные истории двухгодичной давности в Египте? Шарм-эль-Шейх, акулы нападали на туристов. С акулами, да. Хотя там говорят, наверняка без алкоголя не обошлось. Нет, ну... Принял на грудь и вперед. Акула, что ли? Акула! Акуле налили от скуки. Пили, скучно стало. Акуле налили, она глаза кровью налила и пошла, ну, кстати, значит, да? Господа, там же все включено. Да. И акулы тоже. То есть, да, как у нас говорят, если в нашей крови не обнаружено, да, то есть в ваших анализах крови не обнаружено, то в Красном море уже, то есть соленой-то воды не очень, да? Нет, для меня очень странно, потому что любой здравомыслящий человек, знаете, за буйки заплывать не будет. А буйки в Египте, вы знаете, идешь ни конца, ни края. Там же очень мелкое море. Там пока дойдешь, то есть акула, чтобы подплыла к берегу, она себе все брюхо отцарапает. Я был в месте, где пирс, и там буквально обрыв. Вы сами сказали ключевое слово «пирс». На пирсе не купаются. Там, извините, там корабли, яхты и так далее пристегивают для того, чтобы они тихонько не швартуются. Да. Поэтому с пирса нырять, извините, ну, можно с 5-го этажа выпрыгнуть в надежде, что кактусы под окном, и ничего не будет, кроме колючек. Итак, Ян Евгеньевич. Итак, история. Звоните нам, у вас примерно есть свои истории, ждем. Ну, на самом деле, да, не типовая история. Обычно всегда получается, что туристы жалуются на какие-то несообразности, которые происходят при их туристических поездках по вине отелей, принимающей стороны, туроператоров, турагентов. Здесь немножко другая
Месяца полтора назад знакомые турагенты обратились ко мне с просьбой прокомментировать ситуацию и как-то посодействовать ее разрешению. Четыре кировские туристки в августе 2012 года отправились открывать для себя Италию. Город Римини, морской курортик на Адриатике. Прилетели, разместились. Было им забронировано турагентом два двухместных номера в троечке гостиницы. Решили в итоге, что лучше, наверное, все-таки жить им всем вместе. Вчетвером. Вчетвером, да. Значит, и в другом номере, который немножко побольше, имеет большой балкон, выход на море, красивый пейзаж и прочее, прочее. Попросили гостиницу. Ян, неизвестно, какой этаж был. Четвертый. Слава богу, что они на балкон не выходили. Ну да, это бог. Значит, попросили переселить их. Им перенакрыли постели, перезаправили постели. В этот номер вместе. Сотрудники отеля похлопали глазами, сказали, ну, вроде как-то неудобно. Говорю, ну, что-нибудь придумайте. В итоге им надстроили второй ярус над спальными местами. Дамы довольные, ушли отдыхать в город. Вечером... Ну, не то чтобы лежать на пляже, наслаждаться морем, наслаждаться солнцем, видом, это тоже было, видом красивых мужских и женских тел обнаженных, ну отчасти прикрытых, да. То есть нет, аромат, все вот у меня так, я лежу, ну я до камешки еще собираюсь. Нет, на море всегда очень много дел, исключающих употребление алкоголя. Погуляли дамы в городе, вернулись, улеглись спать. И одна из наших кировских туристок во время сна упала с второго этажа. Дополните, во время ли сна она упала? Ну, Лена, я вам излагаю пока версию истца, скажем так. Версию туристки. Да, значит, то есть она утверждает, что она благополучно спала на своем втором ярусе. Упала с... И тут случился... Так она упала-то на свою соседку снизу, получается? Ну нет, упала на пол. На самом деле, нет, Володь, вы никогда не спали на двухъярусной кровати? В детстве, в глубоком. Нет, подождите, а на верхней полке вагона? Вы же рухнете на стол, а не на соседку. Соседа. Нет, вы соседа можете зацепить, но не в полный рост. Лена, сейчас так, смотри, да, договорю. Значит, человек упал, в результате травмировал себе позвоночник, был помещен на скорой помощи Итальянской Республики в неврологическую клинику города Римини. Но стоит сразу же сказать, что претензий к медикам у пострадавшей не было. Говорят, что там сработано было очень быстро, все очень качественно. Ну, хорошо, значит, неделю человек отлежал. А, по-моему, еще девушка была крупного веса такой вот. Ну, кстати, я вот видел, ну как, что значит, нет, изящная. Женщина средних лет. Ну давайте, может быть, озвучим для наших слушателей, там, о каком возрасте идет речь. Да. Чтобы удивились наши слушатели, это мы заметим не... Слушайте, ну это, молодые это, нет, это неприличный вопрос. Почему 18, это 18 плюс. 18 с плюсом. Хорошо. Плюс, потом еще плюс, да? И примерно этот возраст и получится. Да-да-да. Ну так вот, девушка в итоге получила травму, была госпитализирована, отлежала неделю в клинике неврологии в Римине. Потом ее транспортировали в Россию, долечилась она уже в Кировской травматологической больнице. Когда человек встал на ноги, родился иск. Это же совсем недавно, собственно, произошло. Ну, да. То есть сама август, сентябрь, октябрь. То есть да. Она, да, это достаточно долго она лечилась. Все-таки компрессионный перелом или что-то было там? Что-то, да, компрессионный перелом какого-то отростка позвоночника. В общем, сложный. Понятно. Какой-то диагноз. Так. Вот. Ну, сейчас все нормально, все, человек на ногах, причем достаточно давно уже. Ну, в настоящий момент, в и конце пока года... пока она эти месяцы лежала, обдумывалась, она решила, собственно говоря, что она кто ни виноват. При чем. Да, кто виноват. Значит, родилось исковое заявление в суд с требованиями к турагенту, то есть фирме, которая продала ей путевку, и туроператору, это москвичи, которые организуют эту поездку, с требованием взыскания 500 тысяч морального вреда, 50 тысяч уплаченных за путевку, еще чего-то, связанного с издержками по излечению. Сумма итого где-то получалась около 700 тысяч рублей. Угу. Около 700. И карамельку еще. Ну, наверное. Вот, вывалилось фашисты это дело. Фашисты какой, все... издеваетесь над женщинами. То есть, мы повторим, значит, собираем в кучу, да? То есть поступило заявление от дамы, возраст которой ближе к пенсионному, чем к пубертатному периоду. Ну, наверное. Все поняли, да? То есть... Претензия сводилась к тому, что... Их было четыре. Да, претензия сводилась гуляли к тому... Гуляли они вчетвером. Лена, пока... Подождите, мы пока еще... не про гуляние. Я вам... Причем две спали снизу. Нет, две спали снизу, две сверху.
Одна сверху упала. Да. Претензия в итоге была сформулирована... Это кировчанки, называть их имена мы не будем. Нет, не надо. Слава персональные Богу. Данные. Персональная, да. Да. Претензия была сформулирована следующим образом. Туристический продукт, который был продан в итоге, не отвечал требованиям безопасности. Туроператор, турагент не убедились в том, что... спальные места оборудованы надлежащим образом, о том, mm-hmm. что все надлежащим образом меры безопасности были предприняты, и в результате человек получил травму достаточно серьезную, которая нуждается в настоящий момент в излечении. Все. Дело было назначено к рассмотрению, дальше началось самое интересное. Вдруг, туроператор. Вдруг туроператор, поменялась версия. Туроператор рекомендовал представителям турагента, то есть кировской фирмы, mm-hmm. которая продавала путевки, разбираться с делом самостоятельно. То есть такой добрый москвич. А делайте, что хотите. В результате, на самом деле, срочно в командировку были отправлены сотрудники кировского туристического агентства ровно в этот отель, ровно в эти неврологические клиники, где лечился человек, для целей сбора, собственно говоря, пояснений, доказательств с тем, чтобы разобраться, что же произошло. Ну, в результате... то есть, собственно говоря, туристическая фирма не особенно хотела платить. Да, конечно, неизвестно за что. По претензиям, да, но это цифры плюс туда-сюда, в общем, около миллиона рублей. Да, значит, угу. ну плюс еще судебные издержки. Я про это и говорю, да. Вот, в результате было установлено путем допроса сотрудников отеля в присутствии консульской службы посольства России. Официально все должно быть. Все официально. В суде города Римини о том, что... четыре кировские туристки, разместившись в отеле, уже находились изрядно на веселе. После того, как по их просьбе их переместили в второй номер. Градус веселья, видимо, сейчас, повысился. Сейчас. Они попросили надстроить им спальные места. Им разъяснили правила пользования вот этими надстроенными спальными местами. Причем нам предъявили в итоге документы, где туристки расписали, что они ознакомлены, как следует спать. Там какие-то ремни специальные есть. Техника безопасности. Там какие-то специальные ремни есть. А, там даже за ремнями. Да. Пристегивающие. Значит, после чего девушки ушли. Но они же видели состояние девушек. Девушки ушли. Гулять в город Римини, вернулись порядка 11 часов вечера, изрядно навеселе. Значит, поступали жалобы от соседей на шум в их номере. В результате... Четыре вятские бабы, да навеселе, да тут после... еще кругом, да еще море завтра будет. Лен, это же как сейчас. Шумно, весело. После того, пели как... наши, наверное, наши ну, поют. Да. После да. того, как русские народные. Девушка травмированная была госпитализирована, причина, скажем так, вот этого повреждения, травмы, ну, не установлена, но тем не менее. После того, как девушка была госпитализирована, у нее в неврологической клинике были взяты все необходимые анализы, среди которых есть анализ крови на содержание... Промилле. Ну да. Огласите цифру, если она известна. 0,8. О, нет, ну, это 0,8. Ну, плюс и... на утро, Лена, это много. Да? Плюс, да, плюс на утро. Нет, просто мы говорили, что около трех это уже смертельные случаи. А 0,8 до смертельного-то еще пить, ну, да ладно. Пить. Значит, но с другой стороны, на следующее утро, когда горничная убиралась в номере, который занимали девушки, там, по-моему, 8 или 9 пустых бутылок из бытовых итальянских вин было выгреблено оттуда. Причем самое смешное, насколько детально итальянцы относятся к доброму имени своих отелей. Там, на самом деле, все в документах, фотографиях и прочее. Очень интересно. Я видела, да, это очень смешно. Значительная часть пола покрыта бутылками. И, по-моему, 8 или 9 это были стоящие в уголке бутылки. Значит, а вот то, что там валялось, это как бы... Не учитывается. Не учитывается. А это не вариант, что там от предыдущих постояльцев остались эти чего? Бутылки? Чего? Ну, я пытаюсь оправдать уже. Ну, обычно прибирают. Что, в советский пионерский лагерь приехали или как? Ну, так вот, смотрите. Итальянцы заселили, а там от предыдущих жильцов полно бутылок. Володя. Володя, на вас подадут в суд. Причем очень... Причем все итальянцы. Ну, давайте так. 18-го, по-моему, да, числа рассматривалось исковое требование туриста. Вот вся вот эта груда информации была вывалена непосредственно на стол судьи для анализа, после чего девушка, назовем ее так, женщина, была несколько шокирована, сказала, что от всех претензий к туристической фирме отказывается.
и исковое заявление свое забрало. Другой вопрос, знаете, что нерешенным секундочку. Остался вопрос о издержках кировской фирмы туристической, которая, собственно говоря, понесла достаточно... За свой счет ездила туда. Да, достаточно много денег истратила на то, чтобы вот эта справедливость восторжествовала. Ян Евгеньевич, вы были скромны или просто вот отошли от ситуации, не рассказав подробности получения травмы? То есть, насколько я понимаю, я могу сейчас ошибиться, поэтому задаю вопрос. Насколько я понимаю, вот как мне известно, да, барышня-то, собственно, не во сне улетела, а в период забирания на поспать... То есть она штурмовала вот этот второй она ярус, она штурмовала да? второй этаж, Лен, брала вот приступом. В это время вся конструкция не выдержала напора. И, насколько я понимаю... И рухнула на нашу туристку вместе с внизу спавшей и так далее. В общем, короче, было шумно. Так, Лена, сформулирую следующим образом. Подождите секундочку, нам показывают, у нас есть звонок или у нас нет звонка, нам показывают. Это обоснованное предположение, не нашедшее своего документального подтверждения в материалах дела. А, то есть как бы это внутренние такие, ну, да, Лен, внутренние когда, разговоры, когда как это, человек забирался. Да, когда это чудо произошло, ЧП, в номере все-таки находились 4 вятские туристки, больше никого. Mm-hmm. То есть все вот... И порядка 10 выпитых бутылок. То, что вы говорили, это, скажем так, со слов работников отеля, которые излагали эту версию, со слов оставшихся туристок. То есть одну увезли, оставшихся другие в добром между собой общались. Но и в подпитии. Не пришибленных очень сильно, без травмы позвоночника. Просто суть, опять же, Лена, на самом деле, смотрите, вот что я отмечаю как юрист в подобного рода деле. На самом деле всегда у нас в России всегда прав потребитель, как правило. Но в данном случае... Не-не-не, подождите, это закон говорит, что потребитель прав. А вот, собственно говоря, те, кто оказывает услуги, они с этим очень часто категорически не согласны. Поэтому давайте пример будем не на России все-таки. Ну, согласен. Давайте, не будем. Просто в данном случае, но опять же... Нас обманули и тут же все согласились, заплакали, поставили себя в угол, с вами рассчитались, попросили прощения. У нас такого... Меня немножко шокировало попытка, но, на мой взгляд, абсолютно необоснованное как-то получить какое-то возмещение с абсолютно невиноватой стороны. Тем более, что девушки, когда выезжали за границу, оформляли все надлежащие страховки по страхованию, по несчастному случаю и прочее, прочее. То есть, очевидно, насколько я могу предположить, имела место быть попытка одно и то же с двух сторон получить. И со страховой компанией, угу. и с непосредственно фирмой. То есть это не самое честное деяние, я правильно понимаю? Извините, а у меня сейчас будет вопрос. Вы знаете, вот я сейчас прикидываю, если бы такая ситуация случилась со мной, и я знала, что я пьяненькая, и я, значит, забираюсь на второй этаж, там, значит, все упало, и я знаю, в мире очень много прецедентов, когда люди ползут по стене, на балкон, и они выигрывают процессы, да, был пьян, но люди должны были подразумевать, что я могу напиться и забираться по вертикальной стене. У меня прихоти такие. Должны были учесть вот это, да? То есть наша отказалась от претензий, но если бы она была настойчива, у меня ощущение, что итальянцы бы в конце концов признали, что мы что-то хреновато там закрепили эту койку на втором этаже. Лен, нет? Вот тут как раз, верите, итальянцы как раз оформили такое количество бумаг при заселении в номер. То есть они научились с нами бороться. Да, да. Перестраховываются. Они перестраховываются, видимо, откровенно. Видимо, наученные каким-то, ну, наверное, опытом, да? То есть, по большому счету, там без башни туристы из России могут быть. Но те, кто смотрит нашу Рашу, вот, туристы из Нижнего Тагила, вы знаете, когда я увидела это в первый раз, я заревела от хохота. Потому что все то, что происходит, вы видели, Нижний Тагил рулит? Угу. В нашей Раше. Видели, видели. Вы знаете, это настолько соответствует действительности, это настолько поведенческая линия наших пьяных туристов, один в один, она скопирована. Я допускаю даже, пусть несколько его утрирований есть, да, где-то концентрация там, но это похоже. Ребята, это похоже. Со всеми подробностями выпитого и так далее. То есть я имею в виду последствия, да, алкогольного отравления. То есть как они ведут себя с людьми, да, это очень похоже. Мы все об этом знаем. Вот. То есть я была удивлена, конечно, вот тому, что девушка обратилась. Она, видимо, рассчитывала на то, что как-то их
Никто не придет. Веселуха пройдет незамеченно. Ну, наверное. Либо, опять же, с учетом того, что Италия далеко, Россия близко. Но на самом деле, Лена, не поедьте. Что такое Италия? Видела я на карте Даса пух сапогом. Не поедь, мои доверители, в Италию разбираться с всей этой ситуацией, поднимать весь этот ремень на уши с тем, чтобы понять и получить документы, что происходило. Ну, Лена, это ж, может быть, и выиграла бы девушка. Ну вот нет, я думаю, что вот я все-таки слышала и читала достаточно много, да, абсурдность. Но человек говорит, а вот я был уверен, да. И смотрите, если тетенька достаточно крепкой конституции забирается на второй этаж, и тут я, значит, повело, и она хряп, шлеп. Хряп. А сверху кровать. Ну, Лен, можно посочувствовать, человек все-таки травму получил. Другой вопрос, что меня шокировало то, что с больной головы на здоровую валить-то не надо, и свои ошибки на кого-то другого пытаться как-то повесить тоже не совсем правильно. С нетрезвой головой. Нет, так, так упиться и называть это словом ошибкой, это, конечно, задорно. Это... Не, Лен, просто когда подавался иск, человек-то уже всяко был трезвый. Конечно. А вы уверены вообще-то? Ну, да, по-моему, да. А мне сейчас другой вариант еще возник. А не заранее ли спланировано это все было? Да нет, нет, нет. Я поеду, напьюсь, упаду, потом подам в суд. Упасть-то можно было так, что и не соберут. Да, сметут. Тренироваться надо. Заметут совок. Выкрашат куда-нибудь ведерко. Скажите, пожалуйста, как часто бывают подобные вещи вот у нас? То есть, ну вот. Ну, Лен, как правило, все-таки потребители обращаются в суды тогда, когда другого способа разрешения проблемы уже нет. Вот, на мой взгляд, очень редко бывают заведомо необоснованные претензии потребителя. У меня в настоящий момент есть грандиозное дело по защите прав потребителя в сфере медицинских услуг. Я думаю, что мы отдельно об этой теме поговорим, потому что решения пока нет. Но вот такие вещи, как вот этот упавший турист, туристка, ну это, конечно, это из ряда вон. Нет, это я вас уверяю, это не из ряда вон, потому что, вы знаете, я, на меня крошились с верхних полок достаточно частые люди. Вот они уже въезжали туда, они же никакие, вы знаете, и они падали и будут падать. Так, Лена, это даже не страховой случай, когда человек, извините, принимает алкоголь, и потом что-то с ним происходит. Так, по страховому случаю очень интересно. Допустим, если я, вот как у нас говорят, в Досян. Вот никак. Что-что? В Драбадан. А, угу. Вот. Очень вот в пьяном состоянии падаю. Лен, я понял вопрос. Вот смотрите, когда закончился наш процесс, вот которым я сейчас рассказываю, уже в коридоре, когда дело было выиграно, турист отказался, мы отдельно с ней сидели, обсуждали вопрос. Я пытался понять, может ли она получить какую-то компенсацию своих затрат, которые у нее, безусловно, были. Например, за счет той же страховки, которая у нее есть, которая оформлялась. Оказалось, что нет, потому что там прямо прописано о том, что если страховой случай наступает в... состояние алкогольного опьянения... То это, извините, уже ваша проблема. Подождите, даже очень легкого. То есть нет, вот помните, знаешь, за руль можно сидеть, градации, да, что там, ну, там 0,1, 0,2 промилле. Нет, сейчас у нас абсолютный ноль, то не очень удачно. Нет, давайте не путать дороги и страховые случаи вот если в туризме. Если бы в состоянии легкого алкогольного опьянения на человека упал цветочный горшок, то, конечно, это был бы страховой случай. У горшка или у нет, человека? У человека. А если человек в состоянии легкого алкогольного опьянения садится за руль машины, например, либо лезет на высоту какую-то и падает, то это он сам виноват. Если ты пьешь, то, прости меня, ответственность должен понимать употребление алкоголя. Меня позабавило легкое опьянение, при этом, значит, у цветочного горшка выросли ноги, он немножко побегал по подоконнику, вот, или по полу. Потом либо в прыжке, ну, в любом случае, в каком-то прыжке он напал на тебя и слегка изувечил. Это, несомненно, легкое опьянение горшка его человека. Ну, просто, опять же, Лена, степень юридической грамотности наших туристов, да и не просто наших туристов, наших граждан, она оставляет желать лучшего намного. Подождите, значит так, давайте будем сейчас говорить вот о чем. То есть, если вы пьяны, выпили, и сами вот, да, что-то вот, допустим... Ну, беду какую-то на себя накликали, а да? А вот та, да, история... Упал, подскользнулся... Ага. Выпал с четвертого этажа с балкона. Сам виноват. То есть будешь виноват сам? Сам будешь виноват. А если, допустим, акула тебе отгрызла ногу, а ты в этом случае это самое... Нет, тогда это вины человека в этом нет. Есть такое понятие, Лена, причинно-следственная связь. Акула не цветочный горшок. Лен, есть такое понятие, причинно-следственная связь. Если человек принимает алкоголь дальше, либо куда-то лезет, либо идет, у него все-таки некоторые нарушения координации имеют место быть. Другой вопрос о том, что если человек... принял 50 грамм чего-нибудь горячительного и полез купаться в море, мимо проплывала акула, но акула-то не пила.
И он к ней пристал. Он к ней пристал и говорил... С лобызаниями. Да. С признаниями и объятиями. Да. Слушай, это тяжелый вопрос. Это тяжелый вопрос. Но все равно, Лена, нужно разбираться... Недаром же мы сидим втроем, чтобы вы Нужно разбираться. И должна ли была акула там находиться? Да, наши поехали и опросили сразу там всех акул. Как она себя вела? Что это было? Кто свободен из вас будет тогда в этот момент? Да, кто, расскажите. В начале 90-х годов в Екатеринбурге был забавный случай. Я читал судебное решение. Молодой человек, принявший изрядное количество алкоголя, на спор полез в клетку с тигром в зоопарке, с тем, чтобы сфотографироваться с ним. Ну, в последующем родные молодого человека предъявляли претензию к зоопарку в той части, что решетка была недостаточно высока для того, чтобы исключить возможность перелезания граждан. Это очень, кстати, вы знаете, это не столь забавно, насколько интересно, действительно. Забор должен быть такой, чтобы, извините, даже шестом ты не очень мог. Ну, Лен, при желании-то можно что угодно. Нет. От дурака защиты нет. Лен, вспомните Чернобыль. Ну уж куда уж это. При желании сломать можно все что угодно. Естественно. Ну что ж, давайте. Я предлагаю сейчас итоги опроса подвести, да, потому что оставшуюся часть мы посвятим уже другой теме. Нет, давайте это самое. Мы сейчас все-таки, да, уйдем на перерыв, на рекламу, а потом вернемся и продолжим наши беседы. Остается у нас 10 минут. Да, 10 минут до конца эфира остается, и я сожалею, что нам никто не позвонил со своей историей, но я полагаю, что вы заслушались нашей. Переваривают люди. Да, переваривают, потому что... Главное, чтобы задумались. Не, ну, помните... Надо ли перебирать? Помните в фильме «Укрощение строптивого», да, постороннему человеку всегда смешно, когда ты подскользнулся на банановой кожуре. Вот всегда смешно, когда наши попадают, особенно наши земляки, особенно по пьянке, особенно это женщины, всегда такое случается. Я была не права, у нас есть звонок. Да. Алло, здравствуйте. Наш упрёк подействовал. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Нина Николаевна. Да, слушаем вас. Вот я хочу сказать Яну Евгеньевичу большое спасибо за помощь тем людям, вот которые первый час вы говорили. Они, наверное, не очень богатые люди, и заплатить, наверное, много тоже не могли. Но каждый труд должен быть оплачен. Но вы, Ян Евгеньевич, видимо, человек с хорошей и доброй душой. Спасибо вам большое. Ой, спасибо большое вам. И еще спасибо за Сереженьку Несковского за помощь. Уж тут они платить совершенно ничего не могли. И спасибо вам большое за это. И Лена тоже, что вы тогда подняли вопрос о Сереженьке и помогли им. А почему возникла тема Несковского? Что-то там происходит? Ну, Сережа сейчас в больнице опять. А, то есть в больнице, да. Там проблемы с квартирой. Там воспаление у него. С квартирой у них проблема. И в больницу его не брали туда. Там Вера скандал опять, в общем, устраивала. Да, и мы об этом знаем, да. Знаете, да. Угу. Помогите, пожалуйста, Сереже. Вот мне так жаль. Это просто... Попытаемся. Сирота. Да, спасибо, Нина Николаевна. Спасибо вам большое за отзыв. Да, и, кстати, я могу сказать, что Ян Евгеньевич во всех перечисленных случаях, хотя вы сказали, что всякий труд должен был оплачен, Ян Евгеньевич денег за это не брал. Он сам об этом не скажет, но я скажу. Лен, этот труд оплачивается хотя бы потому, что я сплю спокойно ночами. Это мы имеем в виду только в зеленой бумажке. Вот. Моральная составляющая. Спасибо. Ну, да, мы рассчитывали на то, что нам все-таки... Про туристов нам расскажут. И мы услышим что-то свое, что-то забавное, что-то интересное. Увы. Ян Евгеньевич, как часто по поводу туризма обращаются вот к вам? Это в активной фазе вот люди начинают жаловаться, да? Потому что все-таки замечания к встречающей стороне бывает достаточно часто. Бывает часто. Это вот с расселением, знаете, допустим, трех человек, когда вдруг тебе... На самом деле, Лена, очень часто бывают ситуации, когда, например, не по вине турагента, не по вине туроператора... туриста, приехавшего куда-нибудь в Европу, в Турцию и так далее, селят или не в ту гостиницу, которую обещали, либо не предоставляют все услуги, которые заказывались. Такие ситуации, как правило, в любом случае пытаются и туроператоры, и турагенты решить. В любом разе ни у кого никакого желания доводить дело до суда нет. Всегда легче, если уж не прав в чем-то, признать, перечитать. А вы знаете, вот мы были когда в Египте, у нас мы работали с Мост Тревелом, это вот, наверное, одна из лучших компаний,
компании, которая обеспечивает достойных аниматоров. Это люди, как правило, имеющие два высших образования, очень приятные, очень общительные люди. Вот. И мы с ними сдружились. И, вы знаете, тогда как-то... Почему-то вот очень захотелось кальян. Из Египта же вывозят кальяны. И ребята, что делают? Кальяны привозят из Египта. Покупают. Покупают, да. Вот. И, вы знаете, они предложили нам, в принципе, ну, они сходили с моей дочерью в магазин, который не для туристов, который для себя. И очень недорого купили кальян, который они бы купили себе домой. То есть это действительно хорошая штука, это не туристический ширпотреб, это качественное изделие, причем цена разительная. $80 у меня всплыла вот такая цена, я ошибаюсь? Вот, вы знаете, там есть разные, разное количество долларов, но это, я вас уверяю, Лен, стало... душевные отношения аниматоров в условия договора не впишут. Подождите, нет, дело не в этом. Душевное, вот, я просто объясняю, что, да, очень серьезная штука, которая реально стоит гораздо дороже 80 долларов, но обошлась мне намного дешевле, ее просто потеряли при перелете. И я пыталась общаться с Шереметьево в течение 2 лет. Я получала любые письма, любые отмазки, и потом, в конце концов, мне все это надоело. То есть, вот, действительно, при этом, дайте учтем, я выпиши не было. Вот. И потеряла, вот, компания авиационная. И ничего не получила. Ну, да, что-то компенсировали как-то? Никак не компенсировали. А когда это произошло? Ой, давно. Это уже было. Сроки давности, это уже было давно. Это было уже 5 лет назад. Вот. Ну вот у меня вот есть такой вот, есть такой неприятный осадок. Все-таки где-то рано или поздно ты столкнешься не с самым качественным обслуживанием. Вот. Ну вот как у меня вышло, это значит сторона не принимающая, это не те, которые отправляли, а это вот перевозчик попался. Бывает. Бывает, да. Итоги опроса подведем? Давайте итоги опроса подводим, да. На первом месте у нас 2 ответа по востребованности, у них одинаковое количество процентов, 33 с небольшим. Отравление незнакомой пищей, опасность номер 1, и несчастный случай, связанный с немеренным употреблением алкоголя. Ну, это тождественно. Употребив много алкоголя, можно и незнакомую пищу начать есть. Совершенно. То есть одно вызывает другое. Нет, большое количество алкоголя, собственно говоря, и пища тоже становится Лена, не самой... Лена, у меня есть к вам вопрос. Так, у нас пока есть время, у вас есть вопрос. Давайте, да. А вот вопрос какого рода? Лена, а что такое происходит с наблюдателем в настоящий момент? Вы имеете в виду газету «Вятский наблюдатель»? Да, вот сразу после новогодних праздников новость там, она не только отзыв у журналистского сообщества вызвала, да, но и многие обычные люди, которые не занимаются журналистикой. Нет, очень ну, много на самом вопросов. Деле, причем там какой-то давайте странный чехардень. Давайте совершенно конкретно задавайте вопрос. Что происходит в «Вятском наблюдателе», что вас волнует вот на данном этапе? Мне непонятно разноплановость материала в части чего. Сначала появляется на сайте, в печатной версии не видел, статья «Поливающая грязью Солодовникова», потом эта статья снимается... Спустя сутки, может, даже чуть поменьше. Потом появляется вроде бы извинительная какая-то статья уже с другими акцентами абсолютно. Вы знаете, давайте так, сразу же отвечу на ваш вопрос. Простите меня за мое мнение, но я вам скажу, что статью, которую вы назвали вот ругательной там, да, в отношении генерала, вы читали ее непонятно каким местом. Потому что до Нового года на компромате.ру была размещена статья, касающаяся генерала Солодовникова. Никаких новостей там, собственно, не сообщалось, кроме того, что вот добавили, как генерал, значит, здесь охотился с вертолетом на коров. В Кикнуре. В Кикнуре, да. На лосей, наверное. На коров. На коров. Лосей не нашли. Вот. Дальше, значит, был упомянут губернатор, и каким-то образом вот их тут связывали. Вы знаете, когда я читала эту статью, я была потрясена неумелостью. Кто писал эту статью, это понятно, язык откровенен, ясен, он уже навяз у многих на зубах. Вот. Это абсолютно заказная статья, глупая, подлая, абсолютно настолько дурная, что эта статья работала на имидж как и губернатора, так и генерала Солодовникова. Понимаете, для того, чтобы понять, что это заказуха, глупейшая заказуха, вот как, знаете, вот воспользуюсь журналистским словом, как мочат губернатора, да, вот, грязно,
некрасиво, по-черному. Вот эта статья говорила вот ровно, да? Понимаете? При этом ни один кировский журналист написать ее не мог, я вас уверяю. Ни один кировский журналист не мог допустить ошибку, что глава армянской диаспоры Багама Джамалудинов. Все, стало понятно. Заказуха грязная, неприятная. Настолько все эти сведения каких-то, знаете, глупых фактов. Эта статья была в защиту и Никиты Юрьевича, и генерала Солодовникова. То есть она откровенно, четко, она кричала: «Смотрите, как заваливают людей». Не, понятно. То есть началась предвыборная кампания. И когда Бочинин провел аналитику, ведь статья-то и была заглавлена, что их сталкивают лбами. Посмотрите, генерал сколько сделал, да, сколько звучит. Вот высказывание, да, очень забавное. О том, что, посмотрите, вот Солодовника сюда приехал, да? Да это глупость. И он там это самое, вот что-то. Да не он же это расследовал. Да, угу. Не а он расследовал. Чья? Не он расследовал. Но он дал возможность это поднять. Вот если бы не было генерала Солодовникова, вы бы этого не увидели, не услышали. Ни дело врачей, ни так далее. Лен, вы бы этого не видели, почему, ничего. Почему это появилось на наблюдателя? Почему? Я считаю, что это была сильная аналитическая статья, написанная Сергеем Игоревичем. Была аналитика, которая подчеркивала, что эта статья сталкивает лбами двух сильных личностей, персонажей и так далее. И после этого был уволен Бочинин. И вы сами понимаете, что газета... И сейчас у газеты новый главный редактор. Давайте скажу честно. Вопрос о Вятском наблюдателе снят. Вятского наблюдателя, простите меня, больше нет. Потому что Бочинин и Вятский наблюдатель одно без другого не существует. Точка. На этом мы прощаемся. Прощаемся. Всего доброго. Спасибо всем и до свидания.